Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я делаю обзор на палетку от NYX Nude of Nude. И кто еще не знаком с этой палеткой, сейчас вам расскажу более подробно. Итак, тень у нас находится в первом отсеке. Здесь у нас идут натуральные оттенки, начиная от самых светлых, средних, заканчивая темными. В палетке представлены матовые, шиммерные и сатиновые тени. Тени подойдут идеально для любой девушки, женщины, которая предпочитает гамму более нейтральных, спокойных оттенков. Огромное количество можно сделать разных макияжей, начиная от самых спокойных и заканчивая более яркими образами. Тени, в принципе, обладают хорошей шелковистой мягкой текстурой. Темные оттенки более сильно пигментированы, светлые оттенки так себе. Тени осыпаются в зависимости, какие кисти вы предпочитаете. Я пробовала начиная от дешевых, средних, заканчивая дорогими. С дешевыми китайскими кисточками тени ведут по-разному, потому что их огромный ассортимент, огромный выбор. И в зависимости, какая-либо у вас кисть, какого набора, так и набираются тени и отдают свой цвет. В принципе, лучше, конечно же, этими тенями пользоваться именно плоскими кисточками. Во втором отсеке у нас предоставлены блески. Блески очень приятно обладают сливочной кремовой текстурой, они ухаживают за губами, приятные ощущения комфорта. Также цвета шикарные, начиная от самых светлых, ягодных и заканчивая более яркими. В палетке вы видите две кисточки. Одна кисточка у нас аппликатор для теней, вторая кисточка для блесков. В целом палетка очень понравилась, я вам ее рекомендую. Не могу сказать, что понравилась она на 100%, но в принципе на процентов 70 она полностью мне понравилась. В принципе, я уже говорила, что я люблю продукцию от NYX. И у них есть как очень классные продукты, блески, так и менее удачные продукты. Очень хороший продукт мне, в принципе, понравился. Так что обратите внимание, кто еще не использовал такую палетку, не пробовал, можете ее приобрести на сайте. Всем приятного просмотра, до новых встреч, пока-пока!